Индустриальная революция и ее последствия стали бедствием для человеческой расы. Они значительно увеличили среднюю продолжительность жизни тех из нас, кто живет в развитых странах. Но они дестабилизировали общество, сделали жизнь бесполезной, подвергли людей унижению, привели к широкому распространению психического страдания, в третьем мире также и физического, и нанесли непоправимый вред окружающей среде. Непрерывное развитие технологий лишь усугубит ситуацию. Несомненно, она подвергнет людей еще большим унижениям и нанесет еще больший вред окружающей среде. Вероятно, она приведет к еще большему социальному распаду и психическому страданию. Она может также привести и к возрастанию физического страдания, даже в развитых странах. Индустриально-технологическая система может продолжить существовать, а может и потерпеть крах. Если она уцелеет, то в конечном итоге она сможет добиться низкого уровня физического и психического страдания, но только пройдя через длительный и очень болезненный период адаптации, и только ценой постоянного превращения людей и многих других живых организмов в изделия машиностроительной промышленности и в простые шестеренки социального механизма.